Вроде бы уступили, но нет какого-то осадка безнадеги, как бывает иногда после поражений. И видно, что команда сделала все возможное. Вот чего не хватило в первом тайме в равных составах и за счет чего так добавили в меньшинстве? Мне кажется, в первом тайме нам не хватило больше контроля мяча, больше агрессивности. Они потому что ничего такого толком не создали. У них в первом тайме был один пенальти и один в один. Шило молодец спас. Потом после удаления, мне кажется, мы все до конца верили, что Виталий вытащит, но немножко не хватило. Во втором тайме уже нам терять было нечего. Мы десятером атакуем, собрались силами, хотели забить, потому что нам проигрывать нельзя было. Потому что уже как-то не по себе становится. Но все равно сложно играть, когда на скамейке запасных всего двое сидят и один вратарь. Силы кончаются, кто-то где-то травма, еще чего-то не хватает. Не знаю, будем дальше тренироваться и будет дальше все видно, как будем играть. Надеюсь на лучшее, и не только я. Физически команда все-таки подсела в концовке? Да, было видно, да, подсели, где-то не доработали, где-то, я не знаю, не добежали. Ну а так я хочу, не знаю, поблагодарить пацанов и себя в том числе. То, что до конца бились все равно, играли при любом счете. Могли даже забить, вот, и даже давили их десятером. Это уже большой плюс. Это намного лучше, чем в предыдущих матчах. Если я правильно понимаю, первый раз на выезде играем с поддержкой, да, именно молодежка. Насколько было неожиданным то, что болельщики доедут из Самары к вашему матчу? И повлияло ли это как-то на ход борьбы во втором тайме? Конечно, повлияло. Хочется поблагодарить их. Спасибо большое, то, что приехали, посмотрели, поддержали. Да, не обрадовали их, но, надеюсь, завтра снова их обрадуют. И мы будем их радовать дальше. Поэтому хочу поблагодарить их. Они, конечно, придавали сил, кричали, хоть и в меньшинстве. Кричали, помогали нам. Хоть какие-то силы преподают. Спасибо им большое.